На реках Сура и АЛЛАТРА продолжается бурный подъем воды. 7 апреля в АЛЛАТРА ввели режим повышенной готовности. Все силы и средства города АЛЛАТРА приведены в повышенный режим готовности из-за угрозы паводка. Уровень воды в реке Суре составляет более 420 сантиметров. Только с 6 по 8 апреля она поднялась на 168 сантиметров. Река Сура прежде всего вызывает опасения. Наполнение идет сейчас в пределах 60-90 сантиметров ежесуточно. Больше всего, конечно, это со стороны Пензенской области, Пензенского водохранилища. Сбор производит пока по нормативному режиму. И плюс река АЛЛАТРА, которая вызывает каждый год опасения. Мы с Мордовией держим связь вот практически утром и вечером. У них гидропост в районе Тургенева. За трое суток гидропост Тургенева у них уже плюс 4,5 метра на реке АЛЛАТРА. Поэтому тот микрорайон Подгорья, который практически ежегодно испытывает вот эти трудности, в этом году, наверное, по сценарию 2013 года, когда было подтопление в 2013 году, но выселять оттуда не выселяли. Особое внимание сейчас уделяют и любителям зимней рыбалки. Сотрудники МЧС в эти дни ежедневно проводят профилактические рейды и предупреждают рыбаков о возможной опасности. Плюсовые температуры днем и заморозки ночью превращают лед в рыхлую субстанцию. Апрельская рыбалка особенно опасна. В районе Цивиля уже полностью Волга открылась, поэтому здесь любой момент может быть промоен, любой момент отрыв. Поэтому хотелось бы обратиться к нашим рыбакам, не рисковать абсолютно в этот сложный период вот погодных условиях. Ради трех рыбешек рисковать своей жизнью, но нет никакой логики. Даже пример вчера вот на Чебоксарском заливе в районе 23 часов 30 минут, благо люди в районе монумента матери увидели, что человек провалился уже под лед, позвонили на 112, спасатели сработали, прибыли буквально через 3 минуты, вытащили человека. Состояние знаем какое. И передали врачам. Сейчас он находится в СМП. А мы напоминаем, в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по номеру 112. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика.